Министерство культуры Московской области провело конкурс, чтобы определить лучшие организации в туриндустрии. Воскресенск на нем представила гостиница «108-27 километр». Общими усилиями была создана презентация, были сняты видеоролики, проведена работа с персоналом. И таким образом нам повезло занять второе место. Все условия гостиницы А108-27 километр соответствуют современным стандартам. Недавно здесь открылся новый корпус с 9 номерами. Благодаря ему отель стал еще больше и уютней. И вы можете сами убедиться в этом. Сейчас мы вам покажем наш новый корпус, наши просторные комфортабельные номера. А108-27 километр – это современный отель с большими комфортабельными номерами. В них есть телевизор, холодильник, чайник и душ. Что немаловажно, осенью и зимой в отеле всегда тепло. Кстати, здесь останавливаются хоккеисты, которые приезжают в Воскресенск на матчи с хоккейным клубом «Химик». Нашим клиентам, во-первых, мы предлагаем это комфорт, чистоту и уют. Клиенты, которые к нам приезжают, остаются благодарны за предоставленные им услуги. Персонал также полностью квалифицирован в этом плане. Для постояльцев А108-27 километр работает кафе «Венеция», которое располагается совсем рядом. Здесь гости могут сытно позавтракать, поужинать, пообедать, не потратив при этом много денег. Завтраки приблизительно стоят 150 рублей на одного человека. Также мы делаем обеды и ужины. Обеды и ужины в районе 250 рублей стоят. Кафе «Венеция» идеально подходит для тех, кто путешествует большими компаниями. Банкетный зал может вместить до 100 человек. Посетителям понравится не только изысканная кухня, но и отличный сервис и особая атмосфера, которую создает элегантный интерьер. Акции у нас проводятся постоянно, в зависимости от сезона. В летний период это больше бывает для проезжающих людей, которые едут с юга на юг, то есть семейным парам у нас представляются акции. Акции по длительности проживания, то есть стараемся обновлять их как можно чаще. Кафе «Венеция» и гостиница А108-27 километр находятся на трассе А108 в комплексе Гостилово.